Последние штрихи. Центральная площадь наполняется прекрасной музыкой. Теперь кататься на любимой баранке еще приятнее. Радио «Релакс» настраивает на позитивный лад. Спокойная музыка по душе и взрослым, и детям. На самом деле очень понравилось, очень приятно. Музыка нравится, очень приятно. Новогоднее настроение, да, правда, появляется немного. Тут все так вот украшено. Елка сверкает огнями, коньки разрезают лед. Новогоднее настроение повсюду. Для многих 2020 год стал годом испытаний и проверки на прочность. Новогоднего настроения совершенно нет в связи с этим годом. Все люди в таком состоянии, что просто, сами прекрасно понимаете, ждем, когда уже закончится этот год. И может 2021 принесет нам удачу и счастье. Аня катается редко, но теперь будет приходить чаще и обязательно пригласить друзей. Настроение потихоньку появляется, особенно от такой музыки. Вот, я на самом деле очень редко катаюсь на коньках, но сейчас как-то вот так получилось. Специалисты телерадиокомпании «Одинцова» быстро справились с поставленной задачей. Протянули провода, установили оборудование и настроили радио на нужную волну. На центральной площади города Одинцова мы установили оборудование, которое позволяет транслировать радиосигнал, и люди, которые приходят на центральный каток города, могут наслаждаться музыкой и прекрасно проводить время. 2020 год особенный для ТРК «Одинцова». Это и юбилей компании, и расширение сферы услуг. На протяжении последних лет телерадиокомпания является лидером в Подмосковье по реализации программы «Безопасный регион». Во время пандемии специалисты предприятия участвовали в строительстве 9 больниц, за что были отмечены грамотами и благодарственными письмами губернатора Московской области. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».